Основными причинами зарегистрированных пожаров и возгораний по-прежнему остается неосторожное обращение с огнем. Анализ, проведенный спасателями, показывает, что виновниками большинства из них являются сами жильцы, которые пренебрегают элементарными правилами безопасности, а нередко неосторожность переходит в небрежность. Это курение, пользование приборами освещения и неисправная электропроводка. На территории Иркутской области с начала года зарегистрировано 4735 пожаров. За аналогичный период прошлого года было 4710 пожаров. На пожарах погибло 135 человек, из них 7 детей. Аналогичный период прошлого года 122 человека погибло, из них 11 детей. Получили травмы в этом году 142 человека, аналогичный период прошлого года 144 человека. Только на территории города Саянска с начала года произошло 24 пожара. На пожарах погибло 2 человека, получили травму 2 человека. Обеспечение пожарной безопасности объектов образования является одной из приоритетных задач подразделения надзорной деятельности. Сотрудниками МЧС регулярно проводятся профилактические мероприятия с детьми в общеобразовательных и дошкольных учреждениях. Для малышей пожарный – это человек, героически спасающий из огня людей, встающий на пути у стихии и разрушения. Уважение к пожарным, интерес к их профессии может стать стимулом для серьезного отношения к собственному поведению, препятствием для беспечных игр с огнем. Помимо этого, нами запланирована также работа с образовательным учреждением в городе Саянске. Это занятия на классных часах со школьниками по урокам основ безопасности жизнедеятельности, где будет уделено внимание пожарной безопасности, правила эвакуации со школы в случае какой-то нестандартной ситуации, правила действия при пожарах, не дай бог, также правила дети остаются дома, так как родители на работе после школы, правила поведения в домашних условиях, чтобы не забывали отключать электроприборы, когда уходят куда-то на улицу погулять. Все эти мероприятия будут направлены на обеспечение безопасности наших детей, которые обучаются в школах. Спасатели отмечают, что совсем по-другому усваиваются правила пожарной безопасности детьми, когда об этом рассказывают сами спасатели. Поэтому регулярно в детские сады приходят сотрудники огненного ведомства. Возможно, со временем знания о пожарной безопасности частично сотрутся из памяти детей, но доверие к спасателям останется. И телефон 01 точно запомнится навсегда. В рамках месячника по пожарной безопасности нами будут организованы эвакуации, это в местах с круглосуточным пребыванием людей, маломобильных групп. Цель данных мероприятий, конечно, узнать подготовленность персонала, увидеть, чтобы все эвакуационные пути были свободны и не загромождены, ну и также действия персонала по эвакуации, это по тушению возможного очага пожара, по эвакуируемым, особенно маломобильным, по наличию носилок, наличию колясок, наличию подготовленности персонала. В рамках проведения профилактической операции инспекторы отделов и отделения управления надзорной деятельности Главного управления МЧС по Иркутской области совместно с добровольцами и сотрудниками полиции регулярно проводят подворовые обходы многодетных неблагополучных семей с целью профилактики пожаров и гибели на них людей. Многим предлагают установить датчики первичного обнаружения пожара. В целом, конечно, по Саянску могу сказать, что обстановка у нас, конечно, стабильная, ну, несмотря на ту гибель, которая была допущена, все-таки пожаров 24 за год – это не такое большое количество. Что не могу сказать, например, про соседний регион, ну, про Зиминский, так как там частный сектор, и пожары в основном приходятся вот на частный сектор. Ну, в Саянске обстановка, конечно, под контролем, можно сказать, лучшая по Саяно-Зиминскому региону. Спасатели напоминают о том, чтобы обезопасить себя, необходимо выполнять элементарные правила пожарной безопасности, следить за состоянием электропроводки и печного отопления, не оставлять без присмотра и на ночь включенные электроприборы. Кроме того, нужно помнить, что беспечность при обращении с огнем одного может обернуться трагедией для десятков людей.